картинах художницы много света, воды и природы. Это то, чего порой не хватает в каменных джунглях. Возможно, поэтому, признается Гузаль Кузнецова, в свои 40 лет она решилась научиться писать картины. Нашла школу для взрослых и хорошего педагога. Теперь ее работы стали известны многим. Каждая картина – отображение внутреннего мира автора, признается художник. Я в этот мир пришла, чтобы принести свет, красоту, открыть глаза людям на вот эту вот нашу жизнь прекрасную, и чтобы люди не говорили, ой, как все плохо, а посмотрели и переосмыслили, что надо жить и радоваться. Планов много, в голове всегда есть сюжет. Жаль, времени на все не хватает, признается Гузаль Кузнецова. На одну картину уходит от суток до года, а еще приходится совмещать творчество с повседневными делами. Это видение художника. Она вот так видит мир, вот так ярко. Это, и, наверное, помогает ей быть оптимисткой. Разноплановые стараемся привозить выставки, чтобы все, кто к нам приходит, нашли что-то для себя, что-то для своей души. Выставка Гузаль Кузнецовой будет работать в течение месяца, а пока сотрудники музея заняты поисками новых художников. Интересных авторов отслеживают в интернете, узнают о них в картинных галереях. И все для того, чтобы искитимцы смогли разнообразить свои культурные впечатления.